Всем привет! Давно хотел порадовать своих зрителей чем-нибудь эдаким. И сейчас, ребят, я еду в гости к одному радиолюбителю, который мало того, что занимается, увлекается радиосвязью, у него еще дома огромная, шикарная коллекция всевозможной бытовой радиоаппаратуры. Радиоприемники, проигрыватели, магнитофоны разных годов. Я вам скажу, ребят, забегу наперед, коллекция действительно шикарная. Итак, сейчас мы приедем к нему в гости, и я вам все покажу. По сути, уникально для нашей культуры. Есть нечто похожее в других, да, культурах, но есть то, что свойственно именно нам. И вот каждую вот эту часть мы хотели вот таким вот интерактивным образом. Это в каком диапазоне станция работает? Средние волны. На средних волнах до сих пор еще что-то работает. Да, на 448 метров. Да, ага. И вот этих страниц... А на УКВ-диапазоне что-то есть там? Том, чтобы, слушай, сейчас дуже богато. Вот, когда вот мы видим, да, вот... А самое главное, индикаторная лампа 6E1P, по-моему, да? 6E. А, 6E1P. 6E5. Такой теплый. О, вот оно. Все, видно. Круто. Вот я расстраиваю, вот появляется сектор. Вот чем меньше этот сектор, тем станция настроена точнее. Да, на станцию должен полностью. Потом хорошая станция. Да тут даже уже даже наложение. Даже это наложение, это еще лучше. Вот так. Юрий Васильевич и Вадим Пономаренко. Лучше из хоть бы шоу. Это. И в итоге вот мы получили, показ. Слева? Нет, вот это. У кого? А кто вторая? Это этого артбука. С какими сложностями столкнулась? Что было сложно? А на среднем диапазоне много сейчас станций? Ну, очень много. А сейчас мы даже не почувствуем. Собрались, мозгу не почули, проход. А ночью тут же сюда диапазон заполнен. Прямо звуки детства. Вот тут, подивися. Это старый Беларусь 59. А то он, посмотри. Марс, я понял, все диапазоны. Я могла провести его по всей книге. Вот такой вот аппарат. И, скажем, какого-то такого... А тут я смотрю под ним Эстония 009 стерео. Это вы все, модуль Bluetooth поставили. Да, да. Чтобы можно было с флешки слушать. Да, 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 флешку и там же и свои станции тоже есть. Ага. Да, и я вот пыталась в варианте. Да, в свое время тоже серьезный аппарат был. Потому что информации здесь огромное количество. Не остался серьезный. Уже другие стандарты. Трансивер. Ну все, все диапазоны маленький. Японец. Ну це ваш, це получается Яесу. Ага. Это китайский? Нет, чисто японец. Ага. 1500 стоял давно. Це я 10 или 15 тому назад купил. Тоді ще долар був дешевый. Ага. Так включайте тогда. Та ні, я антенни подключав би, коли гроза. А, я понял. Все отключено. R326. Да. Ось он. 309 прийомник. Воєнний теж. Це все воєнний прийомник. 309. У меня была танковая радиостанция R123. Я в основном... 03. Это чудовый приемач. Вот такой тоже у меня был, только тоже Vega 003, только немножко под другой. Ну, вроде бы то же самое, но немножко цвет шкалы другой. А так, в принципе, то же самое. Ну, колонки я то-то сам сделал.
Ну колонки там в комплекте круглые такие шли. Не, шарики, не? Не, я за це мене, я отдельно купляв такого один. То я говорю, что от колонки, то уже я сам делал. А вот это усилитель уже поновее. Это уже так, уже я помню, в 90-х уже вот это, конец 80-х, 90-х. Да, да, ну це. Вега 10U120S. Да, там есть, подивися, усилители. Це такий, знаешь, слабенький, там есть хороший усилитель. А 10U21. Так, а под ним люкс, так люкс, и называется? Это прекраснейший приемник, самый лучший приемник, який был. Люкс и дружба. Ще люкс 2. В общем, на те время, это был самый... 6 ватт на выходе. Він і зараз прекрасно робить, ловить любителів, всіх я сам зробив. Ага. А отут над прийомником? Це Фенікс. А, це домашній кінотеатр. Ні, ось порта усилитель йде. Порта. Ну, оце, так, да, ти маєш в виду? Да. Ну, це Фенікс. Фенікс 005. Там ось все там до нього, внизу там воно. А це вже, смотрю, я смотрю, японське щось. Так, да, це японське, це сканіруючий там. І... Запоминает и стоит, потом нажимаешь кнопочку, оно само приходит. Любые. Какие это годы? Я не знаю. Это Анкью. Это дуже чудово принимает. Ну, 90. Да, но надо только его настроить. Я думаю, начало 90-х где-то. Не знаю, может быть. DVD-плеер это так себе. А вот это, ага, точка получается, трехпрограммная получается, радиоточка. Да, да. Ну, Альтаир 204. Часы, чтобы были. Еще даже часы там вот да. Это же делали. Это был прорыв. Будильник, часы, да, ну и... радиоточка. Вот это уже как раз музыкальный центр уже моих годов. Да. Тоже в 90-х это популярно было. У нас тоже такой был. Сейчас популярно доставляют туда вот этот Bluetooth-модуль. И слушает музыку с флешки, потому что акустика и вообще усилитель тут очень приличный. Качество звучания хорошее. Но все мигающее такое, там три диска крутится. Никому оно сейчас уже так тоже особо не интересно. Для меня? Да. Я в эфир кручу. Не слышно. А вот под ним уже романтика, двухкассетник. Да. Это, вот это вообще бомбезно. Это ж сколько он денег тогда стоил в Союзе? Дорого. Дорого стоил, очень дорого. Дорого. Простому работяге надо было собирать и собирать, чтобы такой аппарат еще купить. Ленинград 15-й, такого не чув еще, наверное. Ну, видел только на картинках. Это Ленинград 15-й. А то Феникс, не бачишь? Телескопическая антенна. Две. Даже две, ага. Даже две. Ну, ничего себе. Он отличается. У меня их таких два, четыре штуки. Это 15-й, ага. Последний. Отличается от 10-го тем, что тут от колонки отключается и динамики в этом. Встроены. Приемники, ага. Да. Легче тогда становится. Без колонок. Ага. Так, а это... Феникс эквалайзер или еще усилитель? Да, а, усилитель мощности? Да, и эквалайзер же. И эквалайзер. Да. Вот как. Это он прям, наверное, видно на дискотеках где-то, на танцах использовался. Да, ну, 100 ватт. 100 ватт, ну, конечно, ничего да, себе. И вот до него это же предварительный. Ага. Так, тут у нас идет бобинник такой, можно сказать, полу... Да, то хороший тоже, 10 ватт на выходе, это был этот... Эльфа? Да. Я такую не слышал даже. Вот это что, самый хороший в то время. Так, что тут дальше у нас? Сейчас я покажу. Вот. Всеволновый японец. Радиолюбитель, слушай. Один. Сейчас послушай, кто тут работает. Цифровая шкала, эсметр, где на... Кто-то рядом, где больше на всю катушку эсметр показывает. Один. Алла, алла. А, все. Треугольник. Или... Алла. В прямом роге? Один, два, да. Три, четыре, пять. Один. Один, два, три. Серега, треугольник. Все. Один. Я сам не кусил, знаю. А
Федора Станиловича. Так. Он мой снимается. Ну понятно, это ж уже портативный. Да, да. Сканируешь. Тоже можно ловить и то. Ну я настойку ее поставлю. Ну такие вещи мне не интересно, это так. Это я сейчас так сходу заказываю на Алиэкспрессе. Так, нема его, да? Что, это ж ловит всех цих. Ага. Факт то, что все можно ловить. Так. Так, Женя там на прослушке. А ну подключись там. Алло. Если есть возможность. Думаю, она была, будет она быстро. Слышишь? Один. Один, один, один. Ага, тоже. Так, поехали дальше. Один, два, три, четыре, пять. Давайте по вот этим коробочкам пройдемся. Это передатчик. На средней волне. 160 метров. 160 метров. Ага. А выше? Это согласующее устройство. Согласующее. Это сразу и КСВ показывает? Да. Отлично. Ну какая шкала интересная. Так, 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 так. Ага, и еще выше. Это просто согласующее тоже. Тоже? Согласующее, да. А вот это для этого согласующее. Ага. Для трансилера. Так, дальше. Это тоже передатчик на средней волне. Ага. Это усилитель. Ну, а это волна К, приемник. Мальчук такой. Конечно, слышал. Тоже. Морской. Вот какая шкала, ничего себе. Не успел, значит, опоздал. Поехали, ну, дальше. Вот. Дальше тут у нас идет... Включить? Не, давайте вы с этой стороны станьте. А, так это... я зараз включу, надо же открыть. А, давайте, да. Хорошо. Тут не срабатывает, надо там поковыряться, но не важно. А, это вообще. Подожди, сейчас я поставлю эту крышечку, чтобы было красивее. Не-не-не, я ж надо ж показать винтопротяжный механизм. Олим. Это набью, хотя 97-го года. Ну, набью, вот такой.